Час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Но вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Доброе утро, здравствуйте, дорогие слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Олег Пек в качестве модератора. Ну и, как всегда, на ваши вопросы отвечают эксперты. Это председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива ВАК-2 Сергей Сидорко. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. А также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и Ригаснаму Парвалднекс, Айвар Гонтарев. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Всех слышно, всех видно. Мы к тому, что можно подключаться к нам и в трансляции в Фейсбуке, можно звонить в прямой эфир, задавать вопросы 67212-93-9, 67213-93-9. Писать можно вопросы также и в WhatsApp 2-300-6191, 2-300-6191. Все ваши вопросы обязательно будут рассмотрены и на них будут даны ответы. Да, ну и, наверное, начнем с приема звонков. Уже сразу поступают звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос про очистку снега. Да. Извините, вот чуть-чуть сделайте потише, а то уйдет фончиком. Да, я понял. Очистка снега. Вот как раз Гонтареву, может быть, он может теперь помочь. Ренсону 40. У нас снег во дворе опять не убрали. Вот как каждый год. И когда звонишь в РНП, они говорят, фиксируем информацию. Фиксируем информацию. Похоже, кстати, как вот мошенники, когда звонят людям. Фиксируют они информацию. Во дворе не убран снег. Не пройти, не проехать. Понимаете? И несет ли ответственность... домоуправление, вот лицо, которое отвечает за это как-то деньгами или чем-то, или им там выговор. Потому что во дворе, ну, вообще ужас, что делается. Он может помочь? Угу. Спасибо. Ренсон 40, хорошо помню, да, дом. Да, спрошу 40, у ответственных, какая ситуация в РНП, но насколько я слышал, все плохо, потому что дворников, как каждом году, не хватало, раз. И в этом году из-за ковида началось увольнение тех сотрудников, которые не вакцинированы. Да, из этого мы все, наверное, сейчас будем наблюдать такую ситуацию, что снег не будет вовремя убираться. Мы уже видим, что весь город с этим не справляется. Да, все же как-то в предыдущие года вся уборка снега была все же поставлена чуть-чуть лучше. Да, и про ваш конкретный дом я спрошу, так как вы не единственный, кто обратился ко мне по старой памяти, и выясню, какая ситуация, какие сроки РНП собирается убирать снег в этом году. Но мы уже видим, что да, там все, весь город в снегу. Относительно ответственности. Обязательное правило Рижской думы по поводу того, как должна содержаться прилегающая территория. Так что если вы считаете, а это то, что вы говорите на суд, звучит как невыполнение правил, у вас есть полное право обратиться в муниципальную полицию. Это административное правонарушение, несоблюдение правил Рижской думы, и за него положены соответствующие штрафы. Правда, другой вопрос, насколько
полиция будет применять его именно к РНП, это положение, ну, это уже другой вопрос. Но, в принципе, если вы недовольны содержанием окружающей среды, вы смело можете звонить в муниципальную полицию. Это их функция – контролировать выполнение обязательных правил веческой думы. Ну и можно использоваться аппликация, есть муниципальные полиции, где очень удобно сделать фотофиксацию и описать, где это, что это и так далее. Там есть привязка к геопозиции, то есть очень удобно, и сразу идет фиксация. Потом внутренняя ситуация РНП такова, что если было какое-то административное нарушение, был какой-то выписан административный штраф, тогда РНП у себя внутри должны разобраться, да, там, или закрыть глаза, там два варианта, да, или разберется, кто конкретно не уследил, и его постарается призвать к ответственности, да, но это очень сложно через административный акт каким-то образом удержать конкретного сотрудника с зарплаты, да, потому что там, возможно, ситуация не такая простая, что, например, участок... Да, а у меня сразу... Людей давайте менять... зарплаты, да, а центральный аппарат говорит, нет, людей давать не будем, зарплаты поднимать не будем, и решайте вопрос сами, да, это вот мгновенная стандартная ситуация, как в любой большой организации, где как это, вверх не хочет, а низ не может, да, там вот и все, вот патовая ситуация, скорее всего, так. Ну, Ренсен 40, я удивляюсь, честно, вашему терпению. Довольно-таки активный дом. Я понимаю, что много очень квартир. Собрались и сорганизовались бы сами, да, там, ну, сделали свою бедрыбу и конкретно уже подбирали тех поставщиков услуг, в том числе по уборке снега, кому вы хотите, да. Ну, вот я удивляюсь терпению людей, там, ну, честно. А у меня вопрос, вот если не хватает дворников, как тогда решается вопрос? Потому что, ну вот, скажем, хорошо, там есть дефицит, а... Перекидывается с других объектов, и самое плохое, что в ситуации в РНП, там, доплата за доп. Нагрузка, она низерная, то есть она никаким образом не мотивирует там, рядом находящихся дворников взять на себя эту ставку. У них зарплата, чтобы вы понимали по закону, она не удваивается. Да, там ее ставится коэффициентом 10 или 20 всего лишь процентов от этой полной ставки, что опять-таки неправильная ситуация. Просто, ну, это была всегда проблемой. Да, ну, а что не является проблемой для других, да, потому что определяется правильная зарплата для дворников, которые мотивируют. Я лично говорил в этом году еще до выпадки снега, да, с несколькими дворниками РМП, и у них за каждый дом настолько маленькая зарплата, да, что это никаким образом не мотивирует, они просто не уходят из-за того, что безвыходности. Да, ну, потому что вот, ну, держат эти там 5-6 домов, за ими убирают, да, там, но их, честно, не там. Был конкретный дом в центре, если правильно помню, 50 евро. В центре дом с большой территорией, вот в том, что ты каждый день должен вот сейчас... убирать фасад, там, где вот интенсивно идет снег и интенсивно люди ходят, да, тебе пользуют 50 до 80 евро на руку. 50 до 80, плюс еще внутренняя территория. Кто из нас пойдет за такую зарплату работать? Да никто. Да, и ты говоришь с дворником, сколько тебе нужно платить? Он говорит, ну, 120 как минимум, чтобы я был бы мотивирован вот, ну, вот, убирать этот дом. Ну, а вот и разница. Это разница, смотрите, потому что они сейчас получают, это плюс 30-40% как минимум они должны получать. Что делает РМП? РМП для того, чтобы, ну, руководство РМП, чтобы политически не выглядело хорошо, они снижают цену за обслуживание. Да, и это никаким образом, то есть дефицит рабочих сил, это никаким образом не поможет организации к себе звать тех людей, которые качественно делают свою работу. Ну, никак. Это противоречит друг другу, да, там, снижение цены, когда все налоги растут, и вот такая погода на улице, да, ну, вот, это просто, ну, кардинально разные направления. Примем еще один звонок. Здравствуйте. Еще раз я звоню. У нас есть бедреба на Ренсену 40. Ее создал или как попытался создавать трубку еще, когда нас обслуживал Рига Снаму Апсайникотас. И мы сделали эту бедребу формально.
А активист только вот я и жена, вот, которые пишут там, звонят и так далее, что-то делают. Понимаете, у меня там этих бумаг куча лежит, 100, наверное, или там за всю, за все годы. Даже МК «Латвия» журналист приезжал, брал интервью. Но толк от этого нулевой. Понимаете? То есть формально Бедриба существует. Никто говорит, нам это не надо, иди и делай сам. Понимаете, как в доме? Ну, так же, как и в стране, в принципе. На одного человека все хотят свалить. Не, я не думаю сваливать на одного человека, но есть же в рынке много компаний, которые вот выслушают вас и сделают именно так, как вы хотите. И про это, я, насколько я помню, ваш дом даже юридически был уже перенятый дом, да? То есть у вас вообще там легко собраться. Да, да, вот моя жена ходила, собирала подписи с каждого владельца. Ведь надо подписи с владельца, чтобы перейти было. Нас Рига с нам лапсами мне кто-то скинула, как Трубко публично признал. Ну что, мы же не будем в убыток работать. Просто нагло нас кинул. Потом переняла какой-то РД Estate. Реал какой-то, вот фирма тоже, она сказала, платите за должников, то есть я должен за должников заплатить, я сказал, не буду. Они тоже нас кинули, и в итоге мы собрали подписи и перешли Плявнику, нами тогда еще было. Ну вот. Да. Насколько я помню, в вашем доме давно был исторически скопившийся долг из-за ипотечных кредитов у владельцев квартир. Да. Я правильно помню, 40 или 46 тысяч на то время у вас был долг. Из этого вот никто из частных домоуправлений не хотел перенимать. Но вот данный сезон, первый отопительный сезон, был такой, когда наконец-то Рига Силдумс начал подключать дома с должниками, так как ситуация такая, вот как в вашем доме. Ну, вы-то при чем, что там кто-то в истории когда-то что-то не доплатил, и при том, ну, ваша вина, в принципе, нет. Нет, да. Понимаете, в чем дело, да? Это вина законодателя. Законодатель, как в цивилизованных странах, должен принять закон, что в первую очередь оплачивает кредиторам это коммунальные платежи, а потом банковские. Да. То есть банк потом, или банк обязан оплатить коммунальные платежи за его клиента бывшего. Да, согласен. Мы с Сергеем лично вот 12 лет бились в Министерстве экономики, в СЭМ, чтобы продвинуть этот законопроект. Он не в таком объеме продвинут сейчас, он принят. Да, он принят там в 10% от стоимости, ждет, что все же коммуналка идет впереди ипотечного кредита. Да. 10% что это такое? Не 10, а 100%. Коммунальный, ну, а потом все... Законодатель же, посчитал по-другому. Да. 10% от стоимости квартиры. Это же стратегически важный закон. Это вся Рига может банкротировать. Ну. Конечно. Но Министерство юстиции посчитало по-другому, что ипотечные кредиты – это на то, на чем держится держава. Да, и они свыше всего, и свыше там, 10%. Их никак подвинуть нельзя. Но еще раз, это бы потребовалось 12 лет, чтобы вы понимали. 12 лет. Да, чтобы это просто вот продвинуть 10%. Я понимаю. Да. Я ничего тоже сделать не могу. Ведь так в стране происходит. Ну, ваша ситуация чуть-чуть поменялась. Так что просто вот мой номер 297-577-663. После эфира наберите, посмотрим, что у вас там на данный момент и чем можно помочь. Да, про ваш я заявку спрошу у РМП, да, там что они собираются, не собираются делать, насколько все там плохо. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. У нас между тем еще один звонок сразу на линии. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, а вот есть какой-то орган, куда можно пожаловаться на вот эту безобразную деятельность вот этих вот компаний, которые занимаются в хозяйственном доме? Вот у нас в середине мая, да? Они взяли из резервного фонда сейчас деньги на перекладку брусчатки. Какую брусчатку сейчас можно перекладывать, скажите, зимой? Или же сейчас берут деньги на какую-то систему безопасности лифта? Причем это берется как за оказанную услугу. Не пишется, что это авансовый платеж. Куда жаловаться? Некому жаловаться. Нет никакого органа, который бы вообще бы занимался бы хотя бы проверкой деятельности этих компаний. Там явно какие-то махинации, учитывая, кто у них там есть учредители. Это литовская компания, непонятно, кто там есть, кто за что отвечает. И добиться ничего невозможно.
Такого органа нет. Куда обратиться? То решает только собрание собственников квартир. И единственное решение, которое можно принять, это первое – запросить отчеты и обоснования, второе – уйти от этой компании к другой. Все. Третьего варианта у вас нет. Могу подтвердить, да, то, что сказал уже Сергей, и, наверное, этот год значим тем, что столько жалоб, сколько мы получаем тоже за работу с Ювинити, наверное, не получали никогда, когда люди ищут какого-то рода решения, скажем так, по количеству жалоб, которые получаю я лично, наверное, там в Сивинити уже выровнялось с РМП. Так что, ну, там, к сожалению, ожидали, что вот будет какой-то внесен в латвийский рынок международный опыт и высшее качество и ценность клиентам как-то будет оценена, но к сожалению, это не так. Я тоже разочарован в этом, но, к сожалению, нужно учиться с этого и идти дальше. Но не получается ли так, что вот свободный, казалось бы, рынок, можно сменить поставщика услуг, а вроде бы все жалуются, что ну, некого выбрать, некому пойти, или все-таки... Есть. Это уже неправда, потому что когда работники увидели, что таким образом руководят литовские акционеры, теми компаниями, которые были куплены, да, на латвийском рынке, там, в том числе одна из этих компаний была мне принадлежащая, тогда сотрудники быстро начали понимать, что это не то светлое будущее, которое все думали, мечтали, да, и начали создавать свои субструктуры. То есть на данный момент уже в рамках более 10 компаний лучших сотрудников, которые там были, они создали свои и продолжают обслуживать те дома, которые лично вот были знакомы с ними и так далее. Никто особо не рвется на такой захват рынка. Просто тих спокойно работает через знакомых, да, кто кого знает. И Техи, наверное, такой самый агрессивный, который везде рекламируется. Да, остальным компаниям не нужна реклама, люди их сами находят и просто переходят на обслуживание этих компаний. И вот ну, тих спокойно работает, мы про них ничего не слышим, жалоб нет. Ну, то есть нужно навести справки, найти для этого. Но нужна тогда, получается, инициатива. Вот жаловался слушатель, говорил о том, что вроде бы формально Бедриба существует, но такое ощущение, что людям ничего не надо, и он, ну, как будто бы один вот воюет с ветряными мельницами. Вот у меня вопрос, один в поле воин или не воин? То есть вот насколько, ну, если действительно... Человек живет в доме, чувствует какое-то равнодушие, ну и апатию других жильцов. Может ли он все-таки, ну, один что-то сделать? Сергей, он может начать инициативу, потому что вся отрасль жилых домов, да, она очень пассивная. Но, как показывает исследование, как показывает опыт, если есть хоть один инициативная персона, которая создает эту волну, да, и которая вот показывает, давайте, ребят, так сделаем, давайте так сделаем. А чтобы было лучше, нужно здесь расписаться, да. Тогда те, которые вот пассивная вся эта часть, она спрашивает, ну, будет лучше, ну, давайте я распишусь тогда. Извини, Сергей, перебил тебя. Нет, у меня одна такая же мысль, может, но... при условии, что он будет выступать не против чего-то, а за что. Потому что вечная борьба с существующим управляющим, вечная борьба с законами, вечные жалобы на то, что там не так и тут не так, они, ну, всем и так все понятно, что все не так. У меня в моей практике там, где появлялся хотя бы один человек, он сдвигал дом на такие подвиги, и финансовые в том числе, что я сам диву давался. Когда один человек идет и 72 квартиры подписывает на кредит 400 тысяч. Легко причем. То есть если человек имеет видение, если он имеет представление, если он может предложить соседям или своим коллегам что-то такое, то он может сдвинуть все что угодно. Я напоминаю нашим слушателям, это программа «Добро пожаловаться». Жаловаться можно в прямом эфире 67212-93-9, 67213-93-9, телефоны. И также писать нам на WhatsApp 2306191, задавать вопросы. На ваши вопросы отвечает председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, а также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений Айвар Гонтарев. Вот
прозвучала, да, информация вот о том, что сейчас не чистятся дворы, а насколько сейчас актуальна чистка крыш домов? Вот поскольку видно уже вот эти перепады температуры, во-первых, висят сосульки, свешиваются, и из-за того, что выпало очень много снега, действительно, на крышах, особенно покатых крышах, вот буквально на выходных я видел в доме напротив нашего дома, очевидно, вызвали специальную бригаду, потому что там люди были вот профессионалы, потому что, ну, привязанные, зафиксированные всевозможными страховками, и они как раз чищали крышу. Вот насколько сейчас эта проблема может стать актуальной, учитывая еще и грядущее потепление? Она абсолютно актуальна. Во-первых, я сразу скажу, что чистить крыши могут только лицензированные альпинисты промышленные, и поэтому круг таких специалистов в городе Виге очень ограничен. Во-вторых, если покатые крыши, особенно сама система, плохая изоляция чердака, теплоизоляция чердака, провоцирует создание сосулек, то да, необходимо чистить. Второе то, что сейчас снежный покров довольно толстый, и в случае оттепели он создаст большую, ну скажем, весовую нагрузку на кровлю. Так что это нужно делать. Актуален также вопрос и для плоских крыш. Потому что сейчас могут образоваться вокруг ливнестоков наледи, и тогда такие валы, и тогда может начаться тоже затопление в случае оттепели. Сразу может возникнуть проникновение влаги через чердаки. Так что это вопрос очень актуальный, и зимой крыши тоже надо обслуживать. А кто этим, ну, то есть кто принимает решение, что вот мы должны, ну, пришла пора, надо вызывать, это принимает домоуправление? Управляющий. Ну, а если управляющий не... Ну, вот могут жильцы дома, которые обеспокоены, видят, что управляющий не принимает этого решения, то есть запросить такую услугу? Ну, запросить услугу вы всегда можете. Это же не проблема. Но непочищенные крыши и сосульки – это еще и административное правонарушение, причем если оно приводит к травме, то там последствия не только административные. Так что здесь с этой точки зрения, потому что, как правило, нависающие глыбы снега или большие сосульки над тротуарами – это еще угроза жизни и здоровья прохожих. Так что одними ленточками тут не отделаешься. Чистить надо. То есть это вот еще одна... Ну, и это, конечно, я понимаю, расходы, которые... Ну, это расходы собственника квартиры, которые он должен гасить управляющей компании. Это необходимые издержки. Не хотите, можно делать по-другому, можно вкладывать деньги в снежные барьеры, так называемые, в подогрев водосточных лотков в зимнее время, когда этот снежный покров будет плавненько уходить в канализацию, никому не будет мешать. Но это нужно вкладывать деньги. Я смотрю, что пришли вопросы, они скорее связаны вот с темой, которая была затронута в прошлой программе по поводу выкупа земли. Как выкупить землю под домом, землю хозяйскую, и сколько это будет стоить? Ну, вот уж очень простой, ну, я имею в виду такой общий вопрос пришел. Ну, выкупить землю, как конкретно, еще пока не сказано. Сказано, что можно будет выкупать, а порядок принятия решений, порядок вообще выкупа должен определиться нормативными актами в следующем году. Цена тоже определена по кадастровой стоимости. Только единственное, еще не ясно, какая будет кадастровая стоимость. Но, в принципе, сам закон о том, что дом может принять решение о выкупе земли, цена не выше кадастровой стоимости, и собственник земли обязан продать, такой закон принят. Да, я понимаю, это очень просто, 51%, и это право. Это право именно владельцев квартир, да, владельцев дома, и как обязательство для землевладельца, да, но не наоборот, да, вас не могут заставить, что вы выбираете. Там основная проблема этого закона будет заключаться в том, что 51% проголосует, и, может быть, 60% и оплатит эту землю. А
А вот 40 оставшихся процентов смогут или не смогут оплатить? И что будет с этим остатком земли, который не будет оплачен? Здесь очень большая проблема юридическая заложена. Ведь на самом деле, Айвар подтвердит, в предыдущей практике мы имели возможности, помогали домам выкупать землю, но не на собственников квартир, не как коллективную собственность, а через бедвигу. Это процесс был достаточно простой. Юридически. А вот как здесь законодатель обойдется, потому что не ясно, что будет. Но не выкупил хотя бы один собственный квартир. Какой статус земли? Хозяйская или уже коллективная собственность? Вот здесь начнутся проблемы юридические, которые на сегодняшний день вообще, как их решать, никто даже не думает. Но в принципе решение, на мой взгляд, положительное, потому что развернулась в интернете дискуссия о том, что выгодно, невыгодно 4% землевладельцев, что это разорительно, что бизнес аренды сейчас упадет. Мне, как собственнику квартиры, я отвечу так. Собственно говоря, мне все равно, какой бизнес там развился или не развился. На самом деле, я посчитал, мы, как собственники квартиры, у меня тоже дом стоит на хозяйской земле. За эти 15 лет аренды, которые мы просто общую сумму заплатили порядка 60% от стоимости, ну, от кадастровой стоимости этой земли в виде аренды. Поэтому, когда мне начинают землевладельцы раскладывать, что вот здесь там включен налог такой-то, и мне остается немножко, мне как собственнику это все равно. Понимаете, я заплатил свои, там, платя каждый месяц 20 евро арендной платы, и, в общем, весь наш коллектив из трех домов заплатил 600 тысяч уже за это. Какая мне разница, куда платить? Ну, буду я платить на 3 евро больше, но я буду платить при этом банку и буду платить государству налог. Но я буду знать, что через 20 лет я буду свободен от этих вот платежей. Так что, в принципе, это все положительно. Весь вопрос в том, как это будет реализовано. Еще один звонок. Здравствуйте. Сорвался звонок. Напомню, телефоны 67212-93-9, 67213-93-9. Ваши вопросы можно задавать как в прямом эфире, так и писать нам на 2-300-6191. Вот спрашивает слушательница, как определяется кадастровая стоимость, какого года? Вот можно ли, например, жильцам, вот, ну, собственникам квартир, например, каким-то образом повлиять на эту кадастровую стоимость, если, например, там земля отягощена там какими-то строениями или там какими-то сооружениями? Расскажу, можно. Это идет, если тоже та же наша тема про владельца земли, которая принадлежит другому владельцу, да, скажем так, тогда здесь вы можете заказать актуализацию, но проблема начинается в том, что вам нужно согласие владельца на такое действие по земельной службе. Без его письменного согласия актуализацию кадастральной стоимости заказать, к сожалению, вы не сможете. Но все объекты, которые находятся над землей, под землей, да, если вы выбираете кадастральную справку или вы в земельной книге видите все эти отягощения, да, которые написаны, там, например, какие-то сети, там, теплосети, электросети, водоснабжение, канализация и так далее. Но там не указан конкретный квадратный метр про отягощение конкретной этой коммуникации или отягощение из тех же зданий. Это значит, что они не актуализированы. Да? То есть в свое время они были просто упомянуты, но не замерены. А каждый метр такого отягощения, он, конечно, влечет вниз с коэффициентом общей кадастральной стоимости земли. Из-за этого возможно актуализировать, но возможно актуализировать только при письменном согласии землевладельца. Да? Ну, понятно, что землевладельцы такое письменное согласие не хотят давать. Почему? Потому что уменьшится кадастральная стоимость земли. По моему опыту, конкретно это было в Пурцемсе, уменьшилась земля, стоимость земли на 40%. Это и значит, что доход землевладельца уменьшится на 40%. Из-за этого обычно 99% землевладельцев такое согласование не хотят давать, что тоже является проблемой. И, в принципе, это письменное согласие, оно просто в инструкции одной МК
да, который говорит, каким образом кадастр принимает эти заявления. То есть, в принципе, одну запятую поменять в законе, да, чтобы вот дом тоже мог сам, поскольку от этих платежей, от этих отягощений зависят их платежи, да, чтобы они тоже могли просто вот своим запросом сделать актуализацию данных по кадастру. А почему-то содержится в стране искусственная ситуация, при которой все знают, что отягощения есть на этой земле, но никто их не замеряет, поскольку вот заинтересованная персона, землевладелец, не хочет этого делать, да, а все остальные из этого, как владельцы квартиры, они страдают таким образом, что они переплачивают по отношению к той ситуации, которая на данный момент реально в этой земле. То есть там все эти трубы, в каждом земельном участке проходят какие-то магистральные трубы, какого-то рода отягощения, там, сервитуты и так далее. Если они именно не замерены, сколько из них каждый квадратный метр, это значит, что у вас не проводилась актуализация кадастральной стоимости, вы просто переплачиваете. Переплачиваете в рамках как минимум 30-40%. Ну, я добавлю, что этот вопрос актуален и для тех, кто владеет землей собственников квартир. Потому что на самом деле, если вы актуализируете все сервитуты и отягощения, то у вас сократится налог на недвижимость. Соответственно, кадастровая стоимость. То есть этот вопрос актуализации отягощений, он актуален для всех. Просто в случае, если да, земля приватизирована, то гораздо проще там, собственникам принять решение и сократить свои постоянные затраты на налог. Поэтому, наверное, и не очень рекламируется этот ход. У нас между тем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, так сказать, чисто дилетантский вопрос. Потому что вот сейчас говорили о сервитуте. Это все как-то для нас, для простых обывателей, жителей, очень сложно. Но у меня такой вопрос, который задают часто мои соседи. Почему я... Сейчас, секундочку. Почему я должен приватизировать 4000 квадратных метров, которые нам приписывают, вместо того, чтобы приватизировать землю только под свои квартиры. Вот, например, у меня 4000 квадратных метров, но я живу на пятом этаже, то есть 70 квадратных метров разделить на 5, у меня вообще получается 14 квадратных метров. Почему я должна приватизировать остальные 4000 или даже 70 своих квадратных метров жилой площади. Спасибо. Спасибо. Ответ очень простой. Сразу обзаведитесь вертолетом, потому что если вы не приватизируете необходимый участок земли для функционирования вашего дома, то вас тот владелец земли, который будет на все остальное, он, во-первых, запретит вам вообще ходить по его земле. Будет иметь полное право. Это первое. Второе. Уберите все свои машины. Мусорники поставьте в квартиру и из квартиры сдавайте мусор по воздуху. Так не бывает в жизни. Я извиняюсь, вы примитивно задали, я поэтому отвечаю вам примитивно. Так не бывает. Для того, чтобы существовал на сегодняшний день жилой дом, есть такое определение – функционально необходимый участок для существования дома, который включает, этот участок должен включать в себя подъездные пути, автостоянки, места для сбора мусора, зеленую зону в обязательном порядке, пешеходную зону и еще ряд благоустройств, там, которые должны быть при доме, чтобы он вообще-то выглядел как жилой дом, а не как действительно гнездо с, там, воробья где-нибудь на пятом этаже. Поэтому этот участок должен быть. Он еще и для этого есть очень строгие нормативы, как этот участок рассчитывать. Так что покупать надо все вместе, иначе вам придется... Ну, я не представляю, как можно... Вот, ну, представьте себе, вам дают под застройку землю, землю под фундамент, и все. А тротуар уже частный. То есть подход к вашему дому будет частный. Но, непонятно. Сергей, с другой стороны, мне кажется, что все-таки закон здесь больше на стороне землевладельца, которому, понятно, выгоднее продать весь участок, чем остаться с каким-то куцем, кусочком земли.
который... Олег, я прошу прощения. Во-первых, дама задавала вопросы не, не про землевладельца, а про то, зачем ей приватизировать. Я так понял, ей предлагают приватизировать землю, принадлежащую самоуправлению. А, размеры участка определяются, я примерно вам сказал. Да, есть проблема. Если участок, который, на котором расположен ваш дом, частично или полностью располагается на хозяйской земле, то есть еще одно такое осложнение. В этом случае, когда по расчету получается, ну, допустим, вашему дому необходимо 4000 квадратных метров, а у хозяина остается, там, ну, скажем, ну, условно говоря, 800 квадратных метров земли, которые ни коммерчески, никаким образом использовать нельзя. То есть это полоска земли без подхода, это полоска, где нельзя строить, вести частное строительство, ну, вообще ничего делать нельзя. Хозяйственно его использовать нельзя. В этом случае этот участок присоединяют к выкупаемому. Но если у меня такие случаи были, что, допустим, участок 1600, из участка 3200 квадратных метров, 1600 этому дому необходимо, а 1600 нет, то и суды признавали, что хозяин должен, ну, сам думать, как он будет использовать коммерчески. Он же купил для коммерции эту землю. Пусть думает, как ее использовать в коммерческом отношении. Но необходимый участок земли должен быть при каждом доме. У нас буквально несколько минут, но, тем не менее, вот есть звонки. Здравствуйте. Ой, извините, пожалуйста, это опять я, потому что вопрос у меня был не по муниципальной земле, а именно по хозяйской земле, потому что нашей землей, которую нам предлагают выкупать, она хозяйская, и вообще этой землей никто ничего не занимается, не убирает, ни кусты подстригает, мы вообще живем в заброшенном таком участке, где нами вообще никто не интересуется. Дом управления, конечно, занимается вокруг наших домов, а чуть отступить 10 метров, у нас нет ни тротуара, у нас нет ни велодорожки. Я как раз живу на бумажной фабрике «Югла», у нас единственный 16-й автобус, который раз в час ходит, сейчас в часы пик он переполненный, несмотря на ковид. Сегодня утром я не могла даже войти в этот автобус. Вот. И поэтому вот и возникают у наших людей вот такие вот дилетантские вопросы, потому что никто, ни один хозяин земли, якобы наследники, они вообще ничего не делают по благоустройству нашей земли. Спасибо большое. Мне было Отвечу вам быстро и коротко. Да. Во-первых, по участку земли я вам объяснил, во-вторых, по хозяину земли. У него есть одно святое право и обязанность – собирать с вас деньги. Никаких обязанностей по улучшению, содержанию, там, поддержанию земли нет. Это ваша забота, и то только с его разрешения. Разрешит он провести тротуар? Проведете. Не разрешит? Причем тротуар проведет за свои деньги. Так что здесь отношения очень суровые. Хозяин земли имеет право собирать деньги. Точка. Все, больше у них обязанностей нет. Ну что же, я думаю, что разговор будет продолжен, потому что я вижу, что и звонки продолжаются. Мы, наверное, продолжим эту тему в следующей уже программе «Добро пожаловаться». Говорим огромное спасибо экспертам Сергею Сидорко, Айвар Гонтарев. Сегодня отвечали на ваши вопросы. Спасибо большое, хорошего дня, до следующего понедельника. До свидания. День в день, час в час.